Фатерлянд, покладати на вас больші надіжди. Так, сотовий чоловік в машині. Наші красні, поняли. И занимать линию. То есть наша задача вот эту территорию поддерживать. Друзья, всем привет. Мы уже приехали на страйкбол. Находимся сейчас в казарме. Такая у нас казарма. И народу. Ну, люди уже на улице есть, и здесь переодеваемся. Здесь мы будем спать. Такие кроватки у нас, матрасики. Стандартные украинские. Стандартные украинские. Натовские, натовские. Натовские. Взяли с собой. Подогнали списаны. Да. Скоро будем идти на построение, будет начинаться игра. А спонсор нашего показа – Red Bull. Да. Собрал я свой АКМ. Я думаю, у кого-то... Привинтил здесь камеру. Аккум немного вздулся, потому не помещается в приклад. Я его зафиксировал уже вне приклада. Думаю, нормально будет. Пришел, блядь, не лоптика у него нормальная, бутоночка, да. Япония, блядь, не писать, Япония. Да, стрелят они, кстати, сами пиздец. Вышли немного на улицу и немного уже пробуем пристреливаться. И сейчас очередь немножко. Пошел я заряжаться. Ты солдат готов к бою? Я. Ищ хабы, автомат. Ищ був стрелял. Это хорошо. Хороший солдат. Вот солдат, я. Здорово. Вечером есть свежий бурка. Бурка, яйка, балалайка. Я. Погода кальцевирия. Погода не ждут, да? Я. Наш тим. Окей, Алеся. Короче, встретил немца. Антуражненько так. И говор у него получается все у него. Ты зарядил? Да. А, так я хотел зарядить. Ну, да. А тебе не надо ничего видеть. Запарили его. То заряди, то не заряди. Давай ему фару. Да ну фару. Сейчас стол. Весь попал. Нет. Слышно было, цокнуло. А можно попробовать? Только сильно сразу тяни. Вверх и на себя со всей силы. Есть, все. Понял. Еще раз. Стреляй на темный фон. На фон этих деревьев. Не в небо. Не на небо, я в стол. Ну, старайся, чтобы фон был этот, деревья те. А, понял. Ты увидишь шар просто. О, все, ага, пошел, все, да, попал. Да. Попал. Прикинь, бля, отсюда попадает куда. Да что ты раз? Да, ребята, просто попадаем. Так, народу у нас уже побольше. Ми раді вас вітати на нашій Буковинській землі, хто приїхав з Чернівців, того настороженець. Командири сторін, у нас уже, будемо називати їх куратори сторін, у нас уже виявлено. У нас є дві сторони, жовта та червона. О,
прямо, блядь, я за першу додому. З жовтої сторони займаємо по праву сторону. З жовтої сторони в ліву сторону займаємо. Зібрані команди оприділяються, з ким вони грають самі. Дві командники лишаються на місці, їх розбирають куратори сторін. Вперед! Нормально! Куратори старин перерахувати людей. Лишніх виконали. Викинути. Это наша сторона, а это... Наш противник. Короче, прошел инструктаж. Выдали нам такие карты. Guten Tag, Soldaten! Gut, Soldat, gut! Vaterland покладать на вас большие надежды! Я надеюсь, что вы будете сражаться очень хорошо. По закончанию боя будет яйка, млеко, курка, балалайка. Надо не замерзнуть, так что одевать куфайка. Будет шнапс очень хороший. Командиру красных. Антонио. Отправляться в автопарк. Шнеллер! В игру внесено немного юмора. Я думаю, блядь, кто-то этот юмор не поймет. Я думаю, что это на России 24 будет. Ладно, лайкнёте точно после показа, блядь. Не, просто мне надо было с туалетом, а вы не... Автобазу. В игре также будут присутствовать такие два ЗИЛа. ЗИЛ желтых и ЗИЛ красных. Обозначен флагами. Также в игре будет задействован БРДН. Вас мы пока не задействуем. Так, пулеметики. Минометик. Вот, что мы делаем в случае, если группа несет потери хотя бы 3-4 бойца, половина. Половина, вот эти, что погибли, идут в мертвяк, остальные отступают сюда к баррикадам, дают, докладывают, откуда идет прорыв и занимают линию. То есть наша задача вот эту территорию поддерживать, да? Да. Мы уходим в мертвяк, 15 минут ждем, выходим сюда, находим друг друга, действуем дальше по плану. У тебя еще что-то по игре или ты уже играешь? У тебя еще какая-то миссия или ты еще играешь? Бо у нас, блин, пулемет.
мальчики. На данный момент наша группа 5 человек. Заходим в лес. В лесу пока тихо. Лес прошли, видели на дороге и шли убитые. Вроде как наши были убитые. Сейчас уже дошли на край леса. Разведываем обстановку. Окей. Короче, мы вышли с леса, подобрались к этой машине. И еще замечено движение. Замечено движение в нашей стороне. Есть, минус один. Короче, идут бои. Где-то там пулеметчик, и где-то там еще один автоматчик. Тут работают наши снайпера. Так, звук там, я пошел. В общем, мы типа захватили эту точку, повесили красный флаг. Ну, захватили в лапках, потому что желтые на бордеме уехали другую точку захватить. Они просто ушли, и мы уже из засады вылезли. Теперь ждем снова гостей. Вдалеке слышна стрельба. Короче, мы перекрыли дорогу шамбаму. Это этот парень шураться ищет, походу. И вторую дорогу я перекрыл. Сосну выбросил на дорогу. В общем, ждем указаний. Я флага не вижу, алло. Флаг где? И что нам делать? Пацаны, в общем, информация такая. Сейчас сюда будет двигаться группа на машине и группа без машины желтых. А можно попросить БРДМ, чтобы... Ебашить их, конечно. Чтобы они перекрыли дорогу. И хуярили из пулемета туда. А если вы слезете с БРДМ... Пацаны, тихо. А там этот лесовой. Это он все еще? А что мы делаем? Я так и не понял. Надзор, лезу дальше. Короче, мы взяли в плен. Кого? Васик. Надо? Да, а это просто мало бути моя раньше. Мы, короче... Не понял, ты с нами был и так уже давно. Ты с нами был и так давно. Просто за фирм я стекло. Вы тримаете позицию и по чуть-чуть вызываете жовтый. И придирайте до цього, до штабу боєприпасів. Ты по-немецки давай! Я жду, пока ты по-немецки. Прикрепление, Антон, моя сзерника, да. Окей, хорошо. Так, сколько у человек в машине?
Наші красні, понял. Все, документы. Документы покажи. Аутсайд контроля? Я аутсайд контроля. Слушай, твоя охрана, чтобы тебя не взяли опять в плен? Да. Ну, зашибись. Все, давай. Кто стреляет? Что-то они стреляют. Может, на замок? Мертвые какие-то идут. Да? С косами. Желтые. Наши сверху должны быть. А? Ребята, наши должны сверху подойти. Ну, они тоже слышат. Желтым. Пролетели, блин. И смотри, они сейчас будут эту базу брать. Закончилась дневная игра. Уже ужин. Вот так, значит, все происходит. И вот такие порции у нас. Гречка, хлеб, шайба, чай. Все остальное мы уже принесли из дома. Пацаны, всем приятного аппетита. Уже работает сирена. Начинается ночная игра. Все собираются на плацу. Задача ночной игры, значит, такая. Есть две группы. Они должны захватить вот эту базу, которая освещена фонарями. Две группы выдвигаются с разных сторон. Сейчас группа захватит и удержит базу. Те победили. Наши, походу, захватили базу. Да, Га, ты где? Говори. Еще? Чтоб я не наступил на тебя. Всем доброе утро.
Сегодня второй день игры. Сегодня я буду фотокорреспондентом. Помечен, чтобы меня не стреляли. Сейчас будем идти на плац. Разбор полетов будет. И, в общем, будет начинаться вторая игра. Сегодня игра будет уже не сильно долго. Короче, буду сегодня снимать и фотографировать. По дистанції, за мертвяком не ховаємося. За мертвяком не ховаємося. Дистанція бойових дій від мертвяка 50 метрів. 14.30, підведення підсумків по загальній грі. Плац. Так, плац. Місце зустрічі – плац. Ти убит? Закончилась игра, второй день. Игра была классная, все понравилось, не знаю, даже вот времени что-то рассказывать нету, просто все было классно. Уже все почти разъехались по домам, вот еще несколько человек осталось, мы уже тоже все собрались, упаковались, уже едем домой.